День города обещает быть насыщенным. Десятки не только культурных, но и спортивных мероприятий пройдут в округе. Все желающие смогут стать свидетелями самого зрелищного футбольного матча и поболеть за любимую команду молодых мамочек. В пресс-центре арены «Химки» состоялась жеребьевка предстоящих игр. В прошлом году турнир прошел вообще на ура. Очень здорово. А, это много было команд. Б, это много было болельщиков. Третье, гостеприимный наш город. В этом году город примет на своем поле 16 команд-участниц. За звание лучших будут состязаться футбольные мамы со всего Подмосковья. Я вот впервые в жизни на такой жеребьевке. Это очень приятно, что женский футбол набирает популярность и ему уделяют больше внимания. Футбол – семейный спорт, и участницы предстоящего Кубка футбольных мам на своем примере это демонстрируют. Мужья и дети большинства из них уже занимаются футболом. Кто-то на профессиональном, а кто-то на любительском уровне. Но так или иначе, гонять мяч по полю любят все. Нина Липанова, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.